Гомельское областное управление МНС и тлушчевый комбинат реализовали совместный проект. Упершиню Украине будет выпускаться мыло с символикой МНС и правилами безопасности. Сегодня на предприемстве подрихтовали первую партию. Вероника Гамзюкова протягне. Идею выпуску новой продукции на тлушчевом комбинате подтримали с удовольствием. У самые короткие термины специалисты предприемства распрацовали дизайн продукту и упаковки с QR-кодом, по яким можно перейти и поглядеть мультфильм «Чаровная книга». Анимационные герои расповедут и нагадают правила безопасности. Первая партия мыла готовая и хутко поступить у продаж. На сегодняшний день в Гомельской области уже создано порядка 26 товаров народного потребления с размещением социальной рекламы от МЧС. В Гомельской области уже велась работа непосредственно с Гомель-обоями, фабрикой 8 марта, по нанесению социальной рекламы на пакетах. Там информация о номерах телефонов службы спасения, это 101 и 112. Также в различных районах используется социальная реклама на пищевых продуктах, например, на хлеб, булочных изделиях, на молочной продукции, ну и в таком же формате. Гомельский тлушчевый комбинат поставляет продукцию Россию, Украину, Польшу, США. Этой осенью была отправлена пробная партия у Сингапур. В ассортименте маргарины, майонезы, кетчупы, горчицы, слонечковый и рапсовый олей. Розные виды мыла. У тяго каля сотни наименьев. Хутко белорусам пропонуют еще одну новинку – мыло с харчовым золотом. Плануется, что на Нового года оно поступит у магазины. Рыхтуется до запуску еще одна линейка, присвеченная здоровому харчеванию. У ее распрацуют соусы не на тлушчевой основе. Секреты вытворчести покуль не раскрывают, але рецептуры уже готовые и проходят стадию узгоднения. Протягивается и техничное переузброение. Предприятие проводит модернизацию. У нас есть второй завод, он находится рядом с городом Мозырем. Там стоят прессовое оборудование, на котором мы давим семечку. Сейчас мы, это немецкий пресс, а сейчас мы меняем полностью все оборудование. У нас будет оно новое. Вот уже на 40-й неделе, на этой из Германии. Благодаря этой модернизации мы получим более высокий выход масла из семечки. И в жмыхе, который остается, идет на корм скоту, будет больше белка, а меньше жира. Наступным этапом сотрудничества МНС и Гомельского тлушчевого комбината станет совместная работа над подрихтовкой линейки детячего шампуня. На им так само будет символика ведомства и правила безопасных поводинов. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».